Привет, друзья! Hi, guys! Hola, amigos! Алоха всем! Я Дмитрий Бухров, известный многим как капитан или капитан. Мое дело – это традиционная татуировка, старая школа. Любой профессионал, который хочет хорошо делать свое дело, рано или поздно обращается к корням, к истокам, к истории того дела, которое он делает. Вокруг традиционной татуировки всегда было много слухов, легенд, непроверенных баек. И мне стало интересно, что же здесь вымысел, а что историческая правда, и чем одно отличается от другого. Разобраться в хитросплетениях традиционной татуировки непросто. И мы вместе попробуем понять, как же оно все начиналось. А начиналось оно все очень давно. Скажу прямо, до конца 17 века о татуировках в Европе никто и слыхом не слыхивал. Нет, конечно, может и были среди европейцев развитые не по векам модники, но история об этом ничего не известна. А настоящая и нарастающая слава к традиционному телесному украшению пришла во времена великих морских путешествий. Когда славные головорезы и первооткрыватели начали тащить в дом общеевропейский сувениры разной степени занятности. От драгоценных камешков до живых существ человеческих. Одним из первых первопроходцев, первопроходимцев и культур-триггеров был Уильям Дампьер. Этот затейник, которого, кстати, все называли «королем пиратов», в 1691 году притащился домой из дальнего вояжа. С пустыми, правда, карманами, ну, выпить был не дурак, да и в картишки перекинуться, но зато с диковинкой в виде целого дикаря. Да не простого, а расписного, естественно, по прозвищу «Принц Джоли», к тому же. Крепкий парень был не только неординарный для бледных европейцев внешности, но и плотно украшен филиппинскими узорами буквально-таки от макушки до пят. Переполох в Лондоне, конечно, случился страшно. Все жили по-соседски в большой туманной деревне. Кто-то кричал «Караул! Он всех сожрет! Да и не подавится даже!» Кто-то завидовал внушительно разработанным мускулам принца. Барышни, конечно же, томно вздыхали и видели разрисованного экзотического красавца в самых стыдных снах. Короче, пересудов и толков была прорва. Даже до короля Уильяма эти разговорчики добрались. Ну а где уж тот монаршьему любопытству устоять? Защекотало, конечно. И понеслись клочки по закоулочкам. Соблазнился возможностью иметь у себя дома чудо заморское, да свет терроризировать видом этой экзотики даже сам Джеймс Кук. Благо, служебное положение штатного путешественника и первооткрывателя разнообразной географии сегодняшних учебников позволяло себя использовать. Ни один и даже не два историка клянутся в том, что прославленный путешественник интересовался не только секретами дикарской домашней кухни, но и регулярно тырил дикарей на экспорт для потехи утонченной европейской публики. Продолжение следует.